Команду давай, держу! На полигоне дивизионный пулеметчиков обучают работать перебежками. Стрельба ведется из двух видов оружия – легкого и тяжелого. Бойцы должны быть физически выносливы и психологически подготовлены. Прежде чем добежать до огневой точки, они проходят полосу препятствий. Полоса препятствий тут может в одиночке бегать, может также в двойке в паре бегать. Но пулеметчик – это как бы специалист, он работает в двойке. Всегда с помощником, так же как гранатометчик, так же как снайперская пара. Пулеметчик – это двойник, работают вдвоем работают, получается. Здесь отрабатываем слаживание пулеметчиков на этом учебном месте, да, получается. Стрельба с неудобного положения. Лежа, сидя, стоя, с левого плеча, с правого плеча отрабатывают пулеметчики. Любые действия с пулеметом требуют немалых усилий и навыков. Особое внимание уделяется правильному удержанию оружия при перемещении для быстрой изготовки к бою и точной стрельбы. Все действия доводятся до автоматизма и выполняются под руководством опытных инструкторов. Очень отличный пулемет. Всем рекомендую такой иметь. Мне нравится моя работа. Так что вам советую тоже. Все инструкторы имеют боевой опыт. Свои знания они передают новоиспеченным бойцам. Можно с уверенностью сказать, что те, кто проходит подготовку на полигоне дивизионный, отличаются результативностью в бою. Ну, я, если честно, в своей жизни никогда ни из чего не стрелял, но вот сейчас у меня появилась уникальная возможность стрельнуть из орудия ПКМ, пулемета, поэтому, конечно же, я это сделаю. Оружие действительно очень мощное, я искренне верю, что победа будет за нами. Андрей Слепнев, Бато Гармын, новости дня.